Это видео с ругающейся на ребенка матерью буквально за считанные часы набрало сотни просмотров и комментариев в социальных сетях. По словам автора, выставить ролики в интернет ее заставило желание привлечь к проблеме внимание общественности. У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день. У ребенка с психикой уже не все в порядке. Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится. Девочка просилась к нам из-за того, что не хочет там находиться. А помочь я ей не могу. Все действие этого видео происходит в одном из общежитий по улице Нагорная областного центра. Мать плачущей девочки буквально в приказном порядке просит ребенка поцеловать своего отчима. Малыш, которому по некоторым данным 7 лет, отказывается. Этот семейный скандал, судя по видео, был достаточно громким. Однако соседи, которых наша съемочная группа застала дома, от комментариев на камеру или отказываются, или говорят, что ничего не знают. Это вот в этой квартире. Вот сюда стучите или вон туда. А хорошая семья? Понимаете, мы не знаем. Мы здесь недавно. Здесь же общежитие. Даже не знаю, кто здесь живет. Вообще не знаем. Я, честное слово, я не знаю. Я первый раз этого слышала. Сейчас девочка, которая подверглась психологическому насилию, находится в безопасности у своего родного отца. Именно с ним она живет последнее время. В отношении матери будет принято соответствующее решение, вплоть до лишения ее родительских прав. Между тем, обо всех случаях жестокого обращения к ребенку, нарушения его прав, совершения в отношении ребенка преступления просят сообщать по круглосуточным телефонам полиции и телефона доверия для детей и родителей 8 800 200 01 22. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.